Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео – иллюстрация уравнений Бернули. Что это такое? Небольшая аннотация к данному видео. Уравнение Бернули выражает закон сохранения энергии, что, собственно, вы можете видеть уже в первых строках общих сведений. И я считаю, что данная тема достаточно актуальна, и можно чуточку поподробнее ее рассмотреть. То есть, независимо от того, что учите вы в технику, институте и так далее, я считаю, эта информация будет в определенной мере актуальна. Так вот, собственно, вы можете видеть форум, который это все дело рассчитывается, из которого мы знаем то, что P – это давление, V – средняя скорость потока в сечении, ρ – это плотность жидкости, G – это ускорение силового падения, HTP – это суммарная потеря напора на преодоление гидравлических сил трения между сечениями, то-то-то-то, но это уже это вы можете сами посмотреть. Так вот, значит, слагаемое уравнение выражает энергию, приходящуюся на единицу силы, тяжести, жидкости, которую в гидравлике принято называть напором. Далее, значит, есть три вида напора. Это пиезометрический напор или потенциальная энергия, потом скоростной напор или кинетическая энергия и полный напор. Это когда полная механическая энергия жидкости. Также HTP – это потеря напора, то есть механической энергии за счет ее преобразования в потенциальную энергию. И, собственно, описание, которое было ранее. По данной формуле мы можем выяснить превращение или трансформирование или переход из потенциальной энергии в кинетическую энергию. Плюс еще там потери, что, собственно, вы можете видеть по первой формуле. Это, значит, таков энергетический смысл уравнения Бернули, то есть это переход из одного режима в другой. Вот если, скажем так, вы можете видеть дословно, как описывается. Например, при расширении потока скорости и, следовательно, кинетической энергии уменьшается, что в силу сохранения баланса вызывает увеличение потенциальной энергии. Другими словами, понижение скорости потока по течению приводит к возрастанию давления и наоборот. То есть, по сути, то, что я вам уже описывал ранее, но скажем так, более научными словами. А это я, скажем так, своими словами хотел вам рассказать. Вот, ну, что еще? Вот описание к работе и как, собственно, через какой, скажем так, стенд мы делали эти опыты. Тоже вот рисунок, описание, порядок выполнения работы. И вот, собственно, мои математические расчеты. Вот, как это дело выглядит, но это уже неинтересная часть и так далее. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Не забывайте давать обратную связь, везде комментарии, лайк, подписки, репостов и поддержать канал. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч.